Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа с сайта NewChic. NewChic — это достаточно молодая платформа с 2012 года одежды, китайской одежды, но не той, которая с AliExpress, да, а здесь такая как бы... Есть и среднеценовая категория, среднее качество, то есть вроде как брендовая одежда, но достаточно по доступной цене. Также есть и дешевая одежда. Что мне еще понравилось, девчонки, там есть большие размеры, то есть вообще размерный ряд просто великолепный. Поэтому залезла на сайт, поискала, кое-что выбрала для себя, и вот мои посылочки пришли. Одежда приходит хоть и из Китая, но гораздо быстрее, чем с других подобных сайтов. Отзывы противоречивые, было интересно, заказала, давайте смотреть. Вот так выглядят посылки. Сейчас откроем первую. Я так думаю, что здесь должны быть серьги. Я заказывала серьги у NewChic. Так, да, вот они, смотрите. Это очень красивая и очень дешевая бижутерия. Я вам ставочки, как это выглядит на сайте, оставлю сбоку, чтобы вы видели. Смотрите, какая красота. Так. То есть их можно носить и по отдельности, один кулончик, а можно и два. Такие красивые камешки. Вообще красота. Как это будет на ухе смотреться, я даже не представляю. Но, наверное, красиво. Вот так. Ну, выполнено добротно, пока к качеству никаких нареканий нету. Так, тут у нас что-то... Ой, а здесь нет, смотрите, девчонки, здесь два сердечка. А тут почему-то одно. Интересно, это задумка. Посмотрю на сайте тогда. И сверим с вами. Одно, а здесь два. Прикольно. Так, ладно, дальше самое интересное. Давайте распаковывать большой пакетик. Ой, ничего бы не повредить, потому что там одежда. Так, вот. Так, смотрите, в пакетиках вроде так все упаковано хорошо, да? Пакеты с зип-замком. И это у нас детское платье. Так. Ой, какое оно нежное. Смотрите, очень приятная на ощупь. Сейчас посмотрим с вами состав, если видно. Длинная, я так чувствую, оно нам даже на вырост. Вот как пристрочена юбочка к платью. Воланчик такой, да? Сзади оно у нас получается на молнии. Достаточно такое тонкое, невесомое. На рост 140 я брала, да, немножко на вырост. Ой, девчонки, по составу, да, это, конечно, вопрос хороший. Я буду, наверное, на сайте смотреть. Так, по уходу. Ну, здесь непонятно, да? Если при 40 градусах, наверное, это не 100% явно хлопок, но и на ощупь. Но оно приятное. Оно действительно приятное. Оно не с подкладкой, но здесь достаточно такая плотная ткань. То есть она даже светить будет не сильно. Рукавчик такой, воланчик. По швам, смотрите. Ну, вроде все хорошо. Никаких нареканий. Вот швы. Ну, тут немножко ниточка, да, которую можно обрезать. А так, вроде все достойно обработано оверлоком. Такое красивое платьице. Посмотрим тогда, померим и увидим. Вот то, что это платье, я помню мое. А что вот это такое, я уже не помню. Тоже в таком пакетике. Если было бы еще хоть слово по-русски. Здесь только Made in China. И размер у меня, да, 4XL. Что же это я заказывала, господи. Уже забыла, ей-богу. Наверное, туника. Да, туника. Это туника. Правда, цвет я ожидала другой. С кармашками. И она должна быть клешеная. В общем, вот так она выглядит. Это обычно серая кофточка. Размер. По-моему, я в другом цвете заказывала. Если я не ошибаюсь, посмотрим. Швы нормально, все прострочено, все оверлочено, все хорошо. Она достаточно тонкая, это, наверное, скорее всего, 100% хлопок. И, в принципе, в ней ничего особенного нету. Здесь просто вот
кармашки. И она должна быть как бы клешеная такая к низу. Я не знаю, будет она такая или нет. В общем, померим, посмотрим. Но размер прям большой. Прям большой-большой. Так, дальше. Вот это платье, оно меня как бы больше всего интересует. Сейчас посмотрим. Потому что вот именно вот этими платьями и похожими блузками ими пестрит прям весь интернет. То есть ВКонтакте реклама, в Инстаграме, везде-везде, прям везде. Если вы поняли, о каких платьях я говорю, здесь все нужно будет отутюжить. И уже показать вам. Смотрите в конце, как оно выполнено внизу. Здесь пришита вот такая вот, ну как это называется правильно, тесьма. Пошито все тоже, в принципе, нормально. Не считаю вот это можно обрезать, чтобы не было видно. И само платьице, я вставочки вам буду делать, как все что выглядит. Так, вот оно немножко приталенная юбка, здесь у нас пришита, выточки. Так, здесь у нас вот такое вот глубокое декольте. Воротничок тоже в размере 4XL. 4XL New Light Fashion. По пошиву, по качеству оно вообще как под лен. Ткань. Сейчас я посмотрю на сайте, что за ткань, чтобы не быть голословной, и вам скажу. Рукавчик такой достаточно длинный тоже, но, в общем, будете все смотреть на мне. Так, конечно, непонятно. Пока по качеству нареканий нет никаких. Будем все мерить и смотреть. Так. Вот так выглядит туника. Сбоку вам буду делать вставочки, как это выглядит на сайте. Она, в принципе, свободная, но она немножко не так выглядит на сайте, скажем. Чтобы она выглядела так, как нужно, мне кажется, нужно брать размеров на 10 больше. А так это обычный повседневный вариант. Никаких излишеств, просто такая вот серенькая кофточка с двумя кармашками. Вот так. Так, теперь платьице. Давай, выходи. Детское платье – это вот самый восторг. Класс, да? Да. На лето буду бегать босиком. Платье вот такое классное, и 140, кстати, нам оказалось сейчас впритык, хотя мы еще далеко не 140, поэтому только, наверное, на этот год. Рукавчики очень красивые. Ну, постой ровненько, дай посмотреть, и задом. Задом. Такая юбочка легкая, классно, да? Угу. И оно, в принципе, не светит, не светит. Очень удобное, классное. Тебе нравится? Да, тут с всякими цветочками какими-то. Так сильно не задирай вверх. Вот платье, девчонки, огонь вообще. Платье просто вот одно оно и дочерино платье, оно стоило вот этого вот заказа. Смотрите, как здорово, когда стоечка и воротничок. И декольте оказалось не таким глубоким, как я думала. Оно мега удобное. И получается, вот эта вот прострочка, она под грудью, она не по талии, поэтому очень даже так сужает силуэт. Вообще смотрится классно. Сейчас покажу вам целиком. Вот. Свободное, вообще великолепно, просто великолепно. Прямо на лето самое оно. И оно очень легкое. Хотя в состав у всей одежды, которая у меня была в заказе, полиэстер, оно невероятно, вот это платье приятное к телу. Такое ощущение, что это лен. И ниже колена получается, да, сейчас покажу. Длина прям тоже самая оптимальная. Вот, ниже колена. Так что платье вообще, конечно, супер. Мне понравилось. Прям очень, без всяких излишеств. Но такое красивое, прям современное, обалденное. Там есть разные расцветки абсолютно, какой душе угодно. Я взяла, вот мне захотелось именно такой бежевый, скажем, цвет. Вот как выглядит сзади. Вот она, прострочка. Платье прям достойное. Вот в этом плане New Chic молодцы. Вот как будет смотреться, если воротник положить, да? Мне больше нравится прям, когда он стоечкой. Так классно. Супер. Девчонки, а вот так смотрятся серьги. Вообще, конечно, шикардос с этим платьицем. Прям так здорово переливаются. И это, кстати, такая задумка, да, что здесь вот две штучки, да? А здесь одна. Очень красиво. Мне прям понравилось. Супер.
Ну вот и все, мои хорошие. Ссылочку на каждый продукт оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, знакомьтесь. Также промокод на скидочку тоже будет в инфобоксе. А как раз сейчас на сайте распродажи. Те товары, которые не участвуют в распродаже, вы можете купить по этому промокоду с хорошей скидкой. Также оставлю ссылку на приложение Ньючик. Можете по ней скачать приложение. Очень удобно через него заказывать и знакомиться с ассортиментом. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Лайк.